Білоруського блогера, співзасновника телеграм-каналу «Нєхта» Роман Протасевича будемо зараз говорити. Ви пам'ятаєте, що 23 травня в аеропорту Мінська здійснив примусову посадку літак РНР. Він виконував рейс із Афін до Вільнюса. Рейсом летів Роман Протасевич. Одразу після посадки його затримали разом із ним і його дівчину Софію Сапегу. Зараз на скайп-зв'язок зі студією виходить батько Романа Протасевича, білоруського блогера, співзасновника телеграм-каналу «Нєхта» Дмитро Протасевич. Дмитре Івановичу, доброго ранку. Доброї раніці, господар Дмитро. Ми погано говоримо білоруською, але її розуміємо. Ви говоріть мову, яка вам зручніша. Чи нормально ви нас чуєте? Нормально чую. Дмитро Івановичу, скажіть, будь ласка, що вам зараз відомо про вашого сина, де він перебуває, як почувається і чи дозволили вам із ним зустрітися? Син знаходиться зараз в слідственному ізоляторі Комітету государственної безпеки. К нему 11 дней не могла попасть адвокат. За это время снимали пропагандистские ролики на центральных и показывали их на государственных телеканалах. Только вчера вечером адвокат смогла попасть к Роману. И 7 часов длилось следственное действие. К сожалению, адвокат у нас тоже является заложником системы и дает такую подписку о неразглашении, что нельзя разглашать статьи, которые вменяются, нельзя разглашать состояние подзащитного своего. В общем, практически у нас все нельзя. Поэтому нам адвокат смогла выйти на связь только около 12 ночи около 12 ночи по варшавскому времени. 7 часов без перерыва следователь отказывалась отпускать и в туалет, и там 7 часов длился, я не знаю, допрос, не допрос. Мы еще до сих пор не можем связаться с адвокатом, уточнить многие детали. Вот, потому что она не рассказывает, ну, еще, может быть, даже рановато не выходит на связь. Но как себя чувствует Роман, со слов адвоката, он недавно перенес очень тяжелейшую форму тонзиллита, у него проблемы были с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили, нам до конца неизвестно. Мы, конечно же, будем через адвоката пытаться уточнить эти все вопросы. Добре, нам тут в Україні дуже добре зрозуміло, ну, це відчуття, коли людина в результаті тортур, а ми не можемо цього відкидати, цього варіанту, потім може наговорити і про себе, і про своїх друзів, і про свою країну, і про свою діяльність, навіть того, чого ніколи не уявляв. Ми розуміємо це, і тому пропагандичні фільми, які показували білоруське державне телебачення і потім закидувалися в інтернеті, ну, для мене особисто точно не є жодним доказом. Як ви гадаєте, чого зараз прагнуть слідчі від вашого сина? Що вони хочуть? Мені сложно представити, які методи воздействия на нього оказуються. Но если я захочу їх представити, то мені від них наверняка буде страшно. Уже неоднократно були замечені сотрудники СІЗО КГБ в пытках и издевательств над людьми, которые там содержатся. И кадры первого видео моего сына, где он сидит за столом со следами от наручников. И потом вот этот вот... Ну, я даже боюсь назвать это пропагандистским фильмом, понимаете? Это просто издевательство. Це результат тортур. Є у вас думка, а що вони його хочуть? Якого результату вони хочуть? Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Основных три посыла такого вот его такого вот раскаяния, если так можно сказать. Я боюсь называть это нормальными словами, потому что это все можно брать в кавычки. Они хотят услышать то, что хочет Лукашенко. Что оппозиция живет на деньги Запада, мы это слышим 26 лет.
что в оппозиции раскол, это тоже мы слышим, сколько Лукашенко у власти всегда такие посылы были, что значит, народ должен увидеть, что оппозиция, значит, оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западные гранты. Вот, и они вообще ничего не стоят, и как люди, и личности себя не представляют. Вот основной посыл, что хотели от него добиться. Именно поэтому его вытащили в нарушение всех уголовно-процессуальных норм. Идет следствие, тайна следствия нарушена, адвокат не присутствует, адвоката не пускали 11 дней. И они его вытащили и показывают по телеканалу, нарушая все немыслимые законы. Это сделано только, я думаю, с одной целью. Для того, чтобы Лукашенко увидел то, что он хотел увидеть и услышать. Я другого объяснения этому не даю. А с учетом того, как нарушаются законы в Беларуси, ну, сложно сказать, что я был удивлен. Я был очень удивлен. Я слухачам нашим нагадаю, що Німеччина назвала так зване інтерв'ю, в лапки беру це слово, із Романом Протасевичем ганьбою для керівництва країни. Британія закликала притягнути до відповідальності причетних до цього так званого інтерв'ю. І ще одне запитання. А на даний момент, що робите особисто ви для порятунку сина? Що ви бачите, роблять оточуючі? Чи готові громадяни Білорусі виходити на протести, щоб у такий спосіб захистити Романа? Ну, мне сложно сказать, что сейчас происходит в Беларуси, потому что я не в Беларуси. Мы делаем все с Натальей, это мать Романа, супруга. Мы делаем, конечно же, все, насколько это возможно, чтобы... Мы сначала, понимаете, ну, наверное, для родителей то, что находится там сын, это уже пытка. Это уже пытка. Мы 4 дня не знали, где находится наш сын после известия того, что он захвачен. Потом была пытка, 11 дней не допускали ни врача, ни адвоката. Мы видели следы пыток на видео, которые с ним снимали, выкладывали на госканалах. И мы стараемся делать все, чтобы помочь нашему сыну, чтобы к нему пустили врачи. Мы до сих пор не знаем его состояние. Его здоровье вызывает у нас опасения. И мы не можем сказать, как его лечили, а тем более вот сейчас ангина. Мы стараемся, как родители, конечно же, найти к нему путь. У людей, которые содержатся в СИЗО КГБ, у них есть свой счет, который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя, потому что, ну, наверное, до сих пор считают сотрудники СИЗО КГБ, что могут писать тайные письма молоком или что, ну, сложно сказать. У дочки книгу не приняли, чтобы она передала. Но денег на счету нет. Как ни странно, деньги туда пошли, но денег на счету нет. Ни передач, ни посылок, ни писем до него за время вот это, которое с 20, он получается с 24-го, 25-го даже он объявился первый раз, получает. Нет никакой, то есть ни посылок, ни денег. Ні можливості поговорити. На жаль, вичерпано час нашої розмови. Ми вам дуже дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Протасевич, батько Романа Протасевича, білоруського блогера, був з нами зараз на скайп-зв'язку. Він перебуває у Польщі. Ну, і я від себе просто додам, що публічність в таких випадках – це, напевно, єдине, що може справді, ну, врятувати життя людини, яка є в наручниках і піддається тортурам. Дуже дякую ще раз. Зараз пауза, йдемо на новини і потім далі. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.